В дом номер 19 на улице Мамонтова вернулся газ. О том, что без голубого топлива жителей многоэтажки оставили на все выходные, мы рассказывали накануне. Официальная причина – негерметичность газопровода, хотя, по мнению жителей, газовики просто не смогли попасть в некоторые квартиры. И поэтому решили ограничить им доступ к благу цивилизации. В ситуацию вмешались исполняющие обязанности главы города Олег Лихачев и депутат округа Андрей Новиков. Накануне вечером газ появился в квартирах кунгуряков.